1 июня 2015 года на территории Московской области была развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Наша съемочная группа отправилась в единую дежурно-диспетчерскую службу, чтобы выяснить, по каким вопросам обращаются жители Раменского района. Руководитель службы Сергей Самойлов четко разъяснил, если вдруг сломался лифт или отключили отопление, смело набирайте номер 112.